Какой двор отремонтировать в первую очередь? Какие дороги включить в план ремонта на этот год? Эти вопросы на местах будут решать более эффективно и, главное, при активном участии жителей. После выборов Совета депутатов в каждом из 9 районов появятся собственные бюджеты. И вот сейчас, если вот в процентном выражении говорить, почти на 80% районы будут получать средств, да, больше, чем это было до вот принятия вот этих законов по реформированию местного самоуправления. Чтобы добиться такого результата и решить все задачи, которые будут возложены на районные власти и райсоветы, необходима финансовая поддержка. Из городского бюджета в районы будут выделяться средства. Межбюджетные трансферты планируется представлять бюджетом внутри городских районов ежемесячно, не позднее 15 числа, в размере 1/12 от объема иных межбюджетных трансфертов, определенных, соответственно, внутри городского района. Суммы будут распределяться, исходя из численности населения и площади района. Небольшие, Ленинский и Самарский, получат около 100 миллионов рублей. Крупные, такие как Промышленный и Кировский, примерно 200. Кроме того, районы будут и сами пополнять свой бюджет за счет доходов от налоговых поступлений. По предварительным данным, доходы и расходы региональной столицы на 2016 год составят 14 миллиардов рублей. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.